Сегодня я хочу записать такой видос, где я буду выполнять 50 выходов на 2. Хочу вложиться в 5 минут где-то. Хочу себя попробовать, что вообще с этого получится. Не знаю, что будет. Я никогда еще не делал максимум выходов на 2 за короткий промежуток времени. Сейчас мы это попробуем. И как бы просмотрите этот видос. Если понравится, ставьте лайк. Пишите комментарии, снимать, не снимать такие видосы. Ну и все, мы поехали. Ставлю на штатив камерку и просто начинаем вывозить эти выходы на 2. Так что, let's go, let's go. Сейчас я снимаю капюшончик и начинаю делать 50 выходов на 2 за ограниченное время. Хочу за 5 минут вложиться в этот, как бы, свой норматив. Вот, так что, брат, let's go, let's go. Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Десяточка зашла на изи. Сейчас стабилизация держится. Пока чувствую себя хорошо, у меня еще крепатура, в принципе, еще не отошла. Вчера тренил очень жестко. Все забито, бицуха, все вообще забито очень жестко. Вот, десяточка есть. Я думаю, где-то секунд 30 прошло. Делаем еще 5-3. Всего 13 сейчас. Вот, уже сложновато делать. Взять быстро. Крепатура, конечно, играет хорошую роль. Не на свежую это все выполняю. Так что не судите там строго. Не пишите, что там ты мало делаешь. И все в таком роде. Вот. Ну там считать, это я, может, собьюсь. Вот, вроде 16 сделал. Не хочу ставить на паузу видос, потому что снимаю лайфстайл. Вот, я думаю, меня хорошо еще слышно. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found my passion for music, never went away. Двадцатка. Я просто, наверное, не ложусь 5 минут. Ну ничего, снимаю видос лайфстайл. Сколько получится, столько получится. Вот, ну делаю 50. Посмотрим, за какой промежуток времени я вложусь в эту цифру. Но ощущения, конечно, такие нездравые. У меня уже такая задышечка пошла. Фух, бицуха уже горит. 20 выходов вроде это, ну, типа, мало. Но сейчас я их чувствую очень-очень прям, прям очень сочно. I swear it's gonna get better, real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing. Сейчас будет 30, уже половину про... Половину я прошел. Где-то, я думаю, это минуты 3. Я уже на это потратил. Залетай, как дети в школу. Бицуки, все жестко тянет, блин. Вообще никогда, братцы, не делать, когда ты забитый, когда ты еще не отошел, а там вчерашний треш. Я вчера делал просто динамику, статик вообще все делал, чисто в кайф тренил. И сегодня вообще руки полностью забиты, но я все равно решил для вас записать такой видос и вообще себя испытать, как я могу и за сколько сделать 50 выходов на 2. Вот, сейчас уже 30-ка, 20 раз еще сделать будет 50.
Без остановок, как могу. 1, 2, 3, 1.5. Делай потолок. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. 'Cause what you got to lose. 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 Братцы, не знаю, сколько уже времени прошло. У меня просто, посмотрите, базуки чисто вообще так запамбились. У меня еще здесь связки сухожилия очень жестко тянут. Левая не так сильно, но правая вообще просто разрывается. И сейчас просто осталось финальных 5 раз сделать. Не знаю, плюс может 1, я не делал, может где-то 49, ничего, сделаю финальных 6 раз, чтобы же точно сделать 50 раз. Вот, вы там посчитайте, напишите в комментариях, сколько я реально сделал раз, потому что я этот видос сейчас не пересматриваю, у меня он снимается в лайфстайлом. Вот, сейчас финальных 6 раз сделаю и показываю форму, как я вообще забился, и расскажу вам ощущения, как вообще человек чувствует, когда он делает 50 выходов на 2 вместе, 6 раз финальных. Браться просто. Сейчас моя форма на 360 оборачивается. Просто посмотрите. Полностью базуки все забыли. Вот, братва, закончил я делать этот видос 50 выходов на 2. Вот. Напишите, сколько я реально сделал выхода на 2 в комментариях. Вот, напишите, как вам такой формат. И вообще, что вы думаете, снимать такие видосы, не снимать, заходят они вам или не заходят. Вот, я должен от вас видеть отдачу, вот. Фух, сейчас я отдышусь, вам расскажу. Сделал 50 выходов на 2, ощущения нереальные, вложился где-то минут, наверное, за 10, вот. Но я думаю, могу я лучше, я реально могу вложиться где-то за 5 минут, если я подойду к этому нормально, в актуальной форме, без каких-то там забивал, когда у тебя там мышцы тянут, и вот в таком формате сделать это за 5 минут этот комплекс 50 выходов на 2. Вот, ощущение нереальное, кто хочет попробовать, лучше не пробуйте, если у вас нет подготовки реально, потому что это, ну так, знаете, чутка тяжковато. Короче, ощущение класс, это типа моя такая, знаете, лайтовая тренировка. Вот, что я могу еще сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы будем продолжать бомбить в таком же духе видосы. Вот, все, что нужно, я делаю себя, вы делаете взамен от вас, чтобы я видел отдачу, вот. Так что, братцы, let's go, до следующего видоса, пишите идеи для следующих видосов.